Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Видное ТВ», прямой эфир. Сегодня мы пригласили к нам в студию заместителя начальника Ленинского управления социальной защиты населения Микова Андрея Евгеньевича. Андрей Евгеньевич, добрый вечер. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Спасибо, что откликнулись на наше приглашение. Я думаю, что мы все, вся наша страна, находимся в преддверии самого большого, самого великого праздника – Дня Победы. И давайте наш сегодняшний разговор начнем с той социальной поддержки, которую, да, оказывает государство, оказывает через вас, через ваше Ленинское управление защиты населения, тем людям, кому положены те или иные выплаты, льготы и так далее, и так далее, и так далее. Помним ли мы о тех людях, кому это положено, какие будут выплаты, когда они будут получать? Об этом давайте начнем говорить. Да, конечно. Конечно, все помнят, конечно, никто не забывает. На самом деле, те меры социальной поддержки, которые установлены законодательством и федеральным законом о ветеранах для данной категории лиц, для наших защитников, они предоставляются не только в преддверии 9 мая, то есть это такая круглогодичная ежемесячная работа, это в том числе и предоставление бесплатного проезда, это в том числе предоставление санаторно-курортных путевок на оздоровление, это в том числе предоставление компенсации стоимости за жилищно-коммунальные услуги. Ну и, конечно, единовременные выплаты, которые предусмотрены как из бюджета субъекта, так и из бюджетов района и поселений, предусмотренные гражданам. Ну вот если конкретно на этих единовременных выплатах останавливаться, значит, можно сказать, что вот на сегодняшний день у нас на территории нашего Ленинского района выплаты получат около 1302 гражданина, льготника. Значит, это, конечно, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, и граждане, которые приравнены к ним по законодательству, и ветераны Великой Отечественной войны. То есть эти два понятия у нас в законе разделяются. Ну, именно так происходит. То есть инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей из бюджета субъекта, и, по моим данным, в размере 13 тысяч рублей из бюджета Ленинского муниципального района. А остальные категории – это вдовы, это труженики тыла, это бывшие узники несовершеннолетние концлагерей, лица, награжденные знаком жителей блокадного Ленинграда, получат выплаты из бюджета субъекта в размере 5 тысяч рублей и из бюджета нашего района в размере 2000 рублей. Конечно, это несоизмеримо с тем долгом и с той памятью, которую нужно бы было этим людям отдать. Но между тем, это тоже вклад, это выплаты, направленные на то, чтобы эти люди, несмотря на то, что, конечно, и пенсии у них установлены хорошие, и льготы вот эти все, чтобы они могли удовлетворить свои вот какие-то потребности насущные. Да? Хотя мы стараемся мониторить, так сказать, ситуацию и проводим опросы ветеранов и участников, в чем они нуждаются. Да? Кому-то нужно холодильник поменять, у кого-то телевизор, у кого-то стиральная машина. То есть на те нужды, которые на сегодняшний день хотя бы минимально смогут облегчить им жизнь и существование. Конечно, на сегодня это люди пожилые, за которыми нужен уход соответствующий. Очень хорошо, и слава богу, если есть родственники и дети, которые могут обеспечивать их существование и помогают им. То есть, конечно, есть у нас Центр социального обслуживания «Вера», который в том числе и направлен на поддержание жизнедеятельности и этой категории, и для них это вообще бесплатно происходит. То есть нужно только обратиться, дать о себе знать, либо каким-то другим образом мы выявляем. Если сам человек не против, конечно, такие социальные услуги ему предоставляются. Много мероприятий проводится и в области на сегодняшний день, и в Ленинском районе запланировано.
Насколько помню, завтра состоится торжественный прием губернатора во дворце правительства, и делегация Ленинского района тоже будет принимать там участие. Конечно, представители нашего района, наши ветераны, уважаемые делегации будут участвовать и на параде на Красной площади, то есть присутствовать и смотреть, чем же сегодня богата наша держава, вооруженная сила. Там, конечно, есть на что посмотреть, и, конечно, думаю, что они и гордость в этом тоже испытают. И проходят встречи в школах, приглашают их на различные мероприятия, в том числе вот сегодня у нас только прошло мероприятие в нашем Филимонковском детском доме, где у нас на сегодняшний день порядка 60 ребятишек постоянно проживают. Мы с инициатором было руководство Филимонковского детского дома, мы подключили центр «Вера», выбрали ветеранов, планировали привести 11 человек ветеранов туда на встречу с детками. Конечно, не все смогли поехать в силу возраста, состояния здоровья, но между тем вот 9 человек мы туда привезли. Детки с удовольствием общались, и ветераны с удовольствием рассказывали им о тех годах, как это происходило. Там были и участники, там были и труженики тыла, и так называемая категория «дети войны», то есть рассказывали, как тяжело им приходилось. И, конечно, те дети, да, на сегодняшний день, которые являются сиротами, им некому рассказать об этом вот так напрямую, и учреждение такое достаточно закрытое, то есть, конечно, им было любопытно все это узнать, услышать, а когда закончилась эта беседа, и все вышли вот на улицу, собственно говоря, там ждал их сюрприз, то есть руководство учреждения пригласило пожарно-спасательную часть, то есть спасатели привезли туда и полевую кухню, то есть угощали всех такой кашей полевой, чаем, и кроме того привезли туда свое оборудование, то есть и поисково-розыскных собак, и дроны, которые вот летают, разведку производят, и роботов, которые разминирование производят. То есть, и, конечно, такой фишкой было, когда вот эти роботы ветеранам подвозили вот эту кашу, так сказать, на тарелочке. Да. То есть все прошло здорово, все прошло замечательно, всем понравилось. Конечно, таких мероприятий нужно больше, и хорошо, что и школы у нас проводят, и стараются, пока эти люди с нами, пока они могут что-то нам рассказать из первых уст, конечно, нужно их чтить, приглашать, слушать. Ну, насколько вот я могу судить, ну, в различных соцсетях, сейчас, наверное, это повсеместно, да, я вижу, что и Ленинское наше управление социальной защиты выкладывает те или иные материалы, когда сотрудники приходят к той или иной категории граждан, да, кому исполнилось 90, да, там, и более лет, а, соответственно, это люди, которые как раз вот и саму молодость, да, что называется, молодость, конечно, у них именно вот в военные годы проходила. И я вижу, что действительно и ведется работа, кому-то действительно нужен холодильник, кому-то, да, вот совсем недавно, насколько мне известно, одному из ветеранов установили застекленный балкон, сделали, застеклили, да. То есть, конечно, это только маленькая толика того, что мы сейчас даем, да, нашим ветеранам, но и та память, которую, да, мы сохраняем и обязательно должны передавать и нашим детям, я думаю, что эта память должна также поддерживать, да, поддерживать наших ветеранов. Остается только одно сказать, что с наступающим вас праздником, здоровья, здоровья, еще раз здоровья, и подольше будьте с нами, потому что мы чувствуем определенную защиту, когда вы рядом с нами, потому что вы выстояли в такие годы, когда неизвестно, кто смог бы сделать это лучше, чем вы. Андрей Евгеньевич, давайте перейдем к следующей теме. Подрастает новое поколение, уже совсем скоро детишки услышат последний звонок, а потом многие сдадут экзамены, да, и хотелось бы поговорить о летней оздоровительной кампании, которая вот-вот уже начнется. Какие меры социальной поддержки, да, у нас готовятся в Ленинском районе именно по этому направлению?
как наши детишки отдохнут в это лето? Ну, значит, на самом деле в Московской области функционирует достаточно широкая такая сеть учреждений для детского отдыха и оздоровления деток. Значит, это так называемые восстановленные, отреставрированные, бывшие наши пионерские лагеря еще в то время. Да, да. Да. То есть, куда детки могут, дети, мы будем говорить в первую очередь, конечно, о детях из трудных семей, куда дети могут приехать. Попавших в трудную жизненную ситуацию. Попавших в трудную жизненную ситуацию, да. Сказать. Куда могут дети приехать, оздоровиться, поучаствовать в мероприятиях, пообщаться со сверстниками, конечно. И как вот пресс-служба, да, нашего министерства заявляет в тех же самых социальных сетях, а там представлена обширно эта информация. Значит, на всех мероприятиях, проходящих и планирующихся, там выкладываются такие посты. Значит, порядка 1,4 миллиарда рублей выделено в Подмосковье в этом году вот, на отдых и оздоровление детей. А всего планируется, что отдохнут порядка 329 тысяч деток в возрасте от 7 до 15 лет. И из них 50 тысяч детей, находящихся вот в трудной жизненной ситуации. В Ленинском управлении в 2015 году было реализовано 117 таких путевок в детские санаторно-оздоровительные лагеря. И, конечно, хотелось бы еще раз напомнить родителям, семьям, кто же все-таки имеет право на либо на обеспечение бесплатной путевкой в санаторно-курортной организации, либо право на частичную или полную компенсацию стоимости путевки. Такая мера социальной поддержки тоже предусмотрена. Все это, конечно, установлено законом, все это регламентируется определенными правилами. В первую очередь, это, конечно, дети с хроническими заболеваниями, находящиеся в общеобразовательных учреждениях, с наличием интерната. То есть, ну вот, например, те же самые наши детки из Филимонковского детского дома-интерната. Это дети-инвалиды. Ну и иные категории лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети из многодетных семей, что, конечно, актуально для этой категории граждан, признанных малообеспеченными. То есть если семья имеет уровень дохода, не превышающий величину прожиточного минимума, они могут рассчитывать, что их ребенку или деткам, как правило, значит, стараемся не разбивать семью, все равно, чтобы присмотр старших был за младшими, они имеют право вот на бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками. И также, значит, дети из многодетных семей, дети погибших военнослужащих, дети-инвалиды и сопровождающие их лица имеют право на частичную или полную компенсацию стоимости самостоятельно приобретенной путевки. Значит, порядок тоже определен. В принципе, на сайте у нас достаточно подробно расписано, какие документы для этого нужны. Размер компенсации определяется, опять же, исходя из уровня среднедушевого дохода семьи. Но это не обязательно может быть семья малоимущая. То есть там доход может и превышать, тогда в этом случае он будет просто соответственно, размер компенсации будет несколько уменьшен. Например, при доходе более 200% величины там, прожиточного минимума, ну, получат компенсацию 50%. Соответственно, чем меньше доход, тем больше будет компенсация. Значит, на сегодняшний день распределение путевок у нас началось пока только для детей-инвалидов. Это так называемые путевки «мать и дитя» из средств областного бюджета. То есть, когда в сопровождении родителя ребенок едет не просто в оздоровительный лагерь, а конкретно в санаторий по определенному направлению. В скором времени, конечно, откроется у нас сезон детского оздоровительного отдыха, то есть когда мы будем формировать такие группы, которые потом централизованно сольются и будут уже отрядами, так сказать, отправляться с вокзалов нашей столицы в определенные, значит, места пребывания отдыха.
либо будут, значит, если это недалеко, если это Подмосковье, значит, будут отправляться. Уже определены какие-то места, где наши детки будут отдыхать? Подмосковье, Краснодарский край, Крым. Очень трудно мне сейчас об этом сказать, поскольку распределение... Нет, просто насколько они уже определены? У меня нет пока такой информации, кто конкретно, то есть название лагерей и мест отдыха я назвать не могу, ну, поскольку распределение происходит централизованно. Или не по вашей линии, скажем так, централизованно, да, министерством, которое на все наши районы, там вот сколько их есть, там 69, да, в зависимости от величины населения, пропорционально такое распределение производит. И, конечно, определяются вот эти поставщики этих услуг по детскому оздоровительному отдыху, как и везде сейчас, по контрактной основе. Угу. То есть, кто предложил лучшие условия, тот, собственно говоря, и будет наших деток принимать. Но, конечно, мы надеемся, что это и будет наш Крым, если он... Сейчас наш, ну вот грех же не воспользоваться, туда деток не отправить. Я вам больше скажу, абсолютно точно он наш. Деток не отправить туда на отдых, конечно, наверное, нужно это обязательно делать. Конечно, это будет Подмосковье. Думаю, что так же, как и в прошлые годы, это будет наша близлежащая там Тульская область. Угу. Часто туда мы деток отправляли. То есть, в принципе, география достаточно большая. В принципе, да. Конечно. То есть, Что необходимо? Мало ли, вот сейчас сидит человек, мама или папа, бабушка, все смотрит нас, и, может быть, какие-то вопросы возникают, какие необходимо подготовить документы, что вообще необходимо для того, чтобы ребенок уехал отдохнуть вообще предварительные, в летнюю оздоровительную компанию? Вообще предварительно заявочки вот такие, да, чтобы можно было сформировать заранее потребность и знать потом, какую семью привлечь, значит, исходя из, так сказать, трудной жизненной ситуации. Да, конечно, нам и опека подает списки свои. Конечно, есть семьи, которые стоят у нас на учете профилактическом, семьи, которым ведется там патронажный учет. Начинается прием таких документов вот прямо с начала года. Угу. То есть прямо в начале года некоторые семьи приходят, предварительно там подают документы, заявочку. И когда происходит уже распределение, когда мы четко понимаем, что именно вот эта вот семья у нас, именно этот ребенок, он едет, тогда мы обозначаем перечень документов, который, конечно, включает в себя, ну, это определенная государственная услуга, там из песни, как говорится, слов не выкинешь. Этот пакет документов можно подать и не предварительно, а в режиме текущего времени через наш многофункциональный центр. И у нас в управлении, конечно, это должны быть документы родителей и ребенка, то есть паспорт заявителя, свидетельство о рождении. Если мы говорим о наличии трудной жизненной ситуации, значит, это должны быть подтвержденные доходы за 3 предыдущих месяца папы, мамы, то есть членов семьи. Это должны быть справки о состоянии здоровья самого ребенка, то есть что не было противопоказаний к его пребыванию. Ну и вот, наверное, тут минимальный перечень документов, которые для этого необходим. То есть какие-то данные у нас уже есть, повторно предоставлять их не надо, мы в принципе не требуем. Хотя пакет документов, он вот определен и... Ну, в большинстве, я понимаю, да, в большинстве случаев люди, которые уже когда-либо воспользовались, да, такими услугами, да, они уже знают этот процесс, и они уже, да, идут по проторенной дорожке. Ну, мало ли, просто есть люди, да, которые, конечно, поэтому не стесняйтесь, можно обращаться, да. Растет количество многодетных семей, значит, такая ситуация меняется. Хорошие, приятные ситуации, да. То есть, если в прошлом году, навскидку, это было порядка 600, то в этом году уже за 800. Вот это вот очень радует. То есть, это семьи, в том числе, с семьями приравненными, так сказать, к многодетным, где одному из детей, старшему, как правило, уже исполнилось 18 лет, и он продолжает обучаться в общеобразовательных учреждениях, тоже считается многодетной семьей и пользуется, в принципе, теми же самыми мерами соцподдержки, что и многодетные семьи там до 18 лет. Значит,
Хотелось бы еще работодателям напомнить, да, что существует еще такая мера социальной поддержки, когда работодатель за свои средства, да, то есть за средства своей прибыли там, от хозяйственной деятельности, может приобрести путевки для детей своих сотрудников и обратиться потом в установленном порядке. Этот порядок есть, с ним тоже можно, в принципе, ознакомиться и его найти. Может обратиться к нам за возмещением стоимости такого отдыха. Ну, это тоже хорошая мера поддержки. Конечно. Соглашусь. То есть там часть, совсем небольшой процент, по-моему, до 10% вносит родитель, остальное работодатель, и мы работодателю компенсируем стоимость затрат на проведение этой путевки. Хорошая тема. Я думаю, что если нас работодатели видят и слышат, воспользуйтесь, пускай детишки ваших сотрудников как следует отдохнут, потому что здоровье и силы детей – это значит здоровье и силы родителей, конечно, которые тут трудятся. Же есть плюс, они могут сами выбрать, куда купить путевки. Конечно. Главное, конечно, чтобы это было аккредитованное какое-то учреждение, которое может предоставлять, конечно. Конечно. Согласен. Следующая тема, которую хотелось бы обсудить сегодня в нашем эфире, это доступная среда. Насколько в Ленинском районе мы можем говорить о том, что многие параметры, аспекты доступности присутствуют, на что еще стоит обратить внимание? Тема очень интересная, очень важная, тем более, если мы говорим о том, что правительство Российской Федерации, да, Российская Федерация в целом недавно ратифицировала конвенцию инвалидов. И на самом деле, вот в той шутке, да, которая бытовала у нас, что инвалидов на улице нет, но не потому, что их нет, а потому, что они из дома выйти не могут. Да? Вот, наверное, с этой шуткой нужно как-то прощаться. То есть, на самом деле у нас в соответствии с законодательством Российской Федерации, оно недавно тоже претерпело там определенные изменения как раз в связи с ратификацией вот этой конвенции. Любой объект социальной инфраструктуры, а социальная инфраструктура – это у нас все помещения, куда может прийти человек. То есть это любая там торговая точка, это любое учреждение образовательное, это любое учреждение там социальной защиты населения. То есть везде, где человек получает какую-то работу или услугу, то есть куда он может прийти. То есть, вот, хотелось бы напомнить работодателям, что они в соответствии с законом несут ответственность за оборудование доступной среды, значит, на своем объекте социальной инфраструктуры. Андрей Ильич, сразу, чтобы мы понимали, объектов доступной среды – это пандусы, это что входит в объекты доступности среды? Вообще, тут, наверное, нужно тогда начинать, что же, с какими трудностями люди сталкиваются. Да? То есть у нас вот, условно можно разделить, так сказать, по нарушению функций инвалидов на несколько групп, да, это, ну, такая самая тяжелая на сегодняшний день проблема, это когда люди ограничены вообще в передвижении и могут передвигаться только на кресло-коляске. Это люди, которые в силу своих, значит, возможностей здоровья не видят. По зрению, не, да. По зрению, да, не видят, не слышат. И, конечно, в большую трудность в посещении, да, каких-либо объектов, вот эти три категории испытывают. Но когда мы говорим о доступной среде, мы не говорим только об инвалидах. Мы используем такой термин «маломобильные группы населения». То есть это не только инвалиды, которые на коляске туда не могут приехать. Это в том числе и наши мамочки с маленькими детьми, которые зачастую не могут пробраться на коляске, да, в какой-то магазин. Это просто пожилые граждане, люди, которые с трудом передвигаются, используют там костыли, ходунки, да, да, и которые зачастую дверь-то открыть не могут, это учреждение, или заползти в силу там высоких ступеней, отсутствия пандуса какого-то, просто не могут зайти. И, конечно, в этой связи существуют определенные ГОСТы, которые регламентируют вот эти все условия. То есть высоту и наклон пандусов,
какой высоты и ширины должны быть двери, где должен находиться тактильный круг или тактильные полосы, где должна располагаться табличка с нанесенным шрифтом Брайля, значит, для слабовидящих людей, чтобы они понимали, куда нужно пройти. Это оборудование звуковыми контурами для слабослышащих. То есть, когда им напрямую, значит, в их устройство для улучшения слуха передается информация о том, куда он пришел и куда ему двигаться дальше. Это, конечно, все затратно. Мы вместе с нашим министерством, значит, разработали вот такое методическое пособие. Это так покажу, чтобы, возможно, было его видно. Значит, оно есть у нас в наличии. Мы на сегодняшний день попытаемся централизованно его распространить среди учреждений муниципальных наших, конечно, в первую очередь. Значит, образование, здравоохранение. Конечно, вот единовременно все те условия для обеспечения доступной среды невозможно сразу сделать, поскольку где-то это требует достаточно больших вложений, а где-то это просто невозможно в силу технических таких характеристик помещения. Нельзя там устроить ни пандус, ни лифт. Но выходы-то есть простые, то есть здесь вот как раз говорится о том, как обучить сотрудников, чтобы они могли человеку слабовидящему, слабослышащему просто помочь. То есть, сужается определенная кнопка вызова сотрудника, назначает сотрудник, который отвечает в случае обращения, который поможет маломобильному человеку. Он понимает, как с таким человеком общаться, как правильно оказать ему помощь в передвижении. Значит, и в конце концов немаловажно, такой человек он просто есть. У нас зачастую вот эта вот кнопочка, которую мы стараемся, чтобы все обустроили у себя, она выведена куда-то на пульт охраны. И хорошо, если там охрана заметит, что она там сработала, замигала. Охранник бежит, собственно говоря, к человеку, который должен за это отвечать, а человек в отпуске, его нет. То есть вот как раз вот это методическое пособие, оно направлено на то, чтобы собственники объектов, либо руководители объектов, учреждений, которые находятся на объектах, чтобы они понимали, как правильно организовать. То есть на самом деле мы же не требуем немедленного исполнения всех этих предписаний, хотя на самом деле по закону такое право есть в том числе и у нас. То есть может начальник учреждения вынести предписание об устранении нарушения. И хочется сказать, что штрафы там предусмотрены немаленькие, там до 25 тысяч рублей за неисполнение такого предписания может быть наложен штраф по Кодексу об административных правонарушениях. Поэтому хотя бы с малого мы пытаемся начинать. У нас, конечно, эта работа ведется не только нами. То есть здесь вплотную мы работаем с администрацией Ленинского муниципального района. А я знаю, еще и с ГИБДД, по-моему, работаете. ГИБДД мы сейчас чуть-чуть попозже дойдем. Да? Потому что это тоже к этому относится. Потому что я хотел бы в общем рассказать, какая работа проводится. Значит, с администрацией Ленинского муниципального района. Есть программа «Доступная среда» федеральная, которая предусматривает оборудование в целом федеральных объектов такими всеми мерами доступности. Есть такая программа областная, которая предписывает и в том числе по направлениям, по министерствам тоже выделяются деньги для оборудования соответствующих учреждений. Такая же программа принята в Ленинском муниципальном районе. Значит, где тоже выделяются средства, где тоже запланированы мероприятия и на понижение пандусов, и оборудование объектов здравоохранения, образования, этими приспособлениями доступной среды. И, конечно, вновь вводимые объекты, они проходят все согласования и с нами, и любой строящийся и вводимый на сегодняшний день объект, он обязательно проверяется нами на создание элементов такой доступности. Согласовывается 10-й раздел технического задания строительного. То есть все делается на то, чтобы как можно меньше у нас оставалось таких объектов.
Конечно, проводятся мероприятия разовые. Значит, вот вернемся к теме, то, что называется месячник, парковочные места для инвалидов. Это мероприятие стало у нас в районе уже таким традиционным. Значит, уже не разовое. Уже не разовое. То есть оно традиционное, значит, проходит обычно оно в мае. Этот год не стал исключением. Значит, если коротко по этому мероприятию, значит, у нас, конечно, вместе с ГИБДД, вместе, опять же, с администрацией Ленинского района, вместе с представителями нашей общественной организации инвалидов, значит, мы выходили на такие рейды, значит, всего у нас было, ну, за месяц, так получилось, было проведено 3 рейда. Значит, поскольку эта работа ведется давно, уже часть территорий нам удалось привести в соответствие, где были обустроены и стоянки для автотранспорта, и выделены парковочные места. Значит, поэтому мы вот сейчас идем по тем территориям, о которых мы знаем, что там ничего нет, и конкретно по ним выезжаем в рейды. Значит, в рамках вот месячника этого года удалось проверить 11 территорий. И только за этот месяц, в который месячник проходил, значит, было вынесено 52 протокола об административных правонарушениях. И из них 17 во время вот таких наших совместных рейдов, репортажи, которых вы показывали в сюжетах, в новостях. А вообще, по информации от ГИБДД, за 2015 год и первый квартал 2016 года по Ленинскому району было составлено 50 протоколов. То есть 50 за год и первый квартал, и 52 за рейд. То есть так, хочется рейд этот сделать как-то вот постоянным, наверное, чтобы это был не месячник, а годовик такой. Вот это вот то, что касается таких мероприятий. Все в наших руках. Я надеюсь. Да, все в наших руках, но, к сожалению же, есть какие-то регламенты, там порядок взаимодействия. То есть такие рейды, кстати, они проводятся не только в Ленинском районе, они проходят в определенное, значит, время на территории всей Московской области с привлечением ГИБДД. Конечно, если руководство субъекта решит, что будет проводиться с периодичностью через месяц, ну, наверное, мы так и будем делать, поскольку, ну, все-таки ГИБДД структура нам не подведомственная, не подвластная. Понятно, да. То есть, и очень хорошо, что они идут нам навстречу, что находят время и такие рейды организуют. И есть понимание, что кроме вот этого, нужно проводить еще работу в тех местах, где места для стоянки нет, а места для парковки не выделено, не определено. Да, да, да. В принципе, такая договоренность тоже существует. Ну что ж, это хорошее направление. Мне кажется, надо по нему идти. Да и нет, наверное, ничего невозможного. И с ГИБДД можно договориться, да. И я не думаю, что область будет особо возражать, что называется, да, если такие мероприятия будут проводиться плановые, чтобы, ну, действительно люди понимали, что если нарисовано на асфальте, что это место для парковки автомобилей, для людей с ограниченными возможностями, значит, это так и есть. Кстати говоря, вот мы часто, конечно, приводим, что в Европе такое, даже проводить рейдов не надо, потому что у них в голове это уже сидит с молоком матери, это что называется. Менталитет, да. Да, совершенно верно, что если это место забронировано за, да, инвалидом, значит, ну, так оно и быть, и туда уже не поставят машину абсолютно точно. Ну, если только это не туристы из России, к сожалению. К сожалению. Так же, как и к сожалению, остается не так много времени у нас в эфире. А еще хотелось бы, чтобы мы затронули тему многофункционального центра. Насколько мне известно, вы, ну, как это назвать, договорились или, да, теперь те или иные предоставления услуг можно обратиться в МФЦ, и они помогут, да, помогут тем гражданам, которые нуждаются, обращаются к ним. Давайте расскажем, какие конкретно, может быть, предоставляют услуги в МФЦ именно по вашему направлению. Ну, конкретно я, конечно, могу перечислить. Тут весь вопрос в том, что эта работа ведется давно,
ведется планомерно. Изначально, когда у нас МФЦ Ленинского района только открывался, да, у нас было заключено соглашение напрямую с многофункциональным центром между нашим управлением. Значит, потом эта работа в области началась, так сказать, целенаправленно и планомерно. И соглашения такие заключали уже Министерство социальной защиты населения на то время и Министерство информационных ресурсов, по-моему, правильно так называется, кому подчиняются все многофункциональные центры в области. Значит, начинали мы с 20 услуг, с 19. Сейчас к этим 19 услугам добавилось еще 19. И на сегодняшний день из 73 государственных услуг и полномочий, которые, значит, реализуются нашим министерством, вот эти самые 38 государственных услуг, наиболее востребованные населением, документы можно на предоставление этих услуг оформить и подать через многофункциональный центр. Значит, они в течение короткого времени попадают к нам на рассмотрение. И услуга назначается, выплачивается. Это, конечно, значит... Это облегчило и вашу работу, это облегчило жизнь людям, которые приходят. Вопрос интересный, облегчило или нет, не знаю, поскольку, конечно, возрос кратно документооборот с МФЦ, а почему-то людей у нас, ну, как-то вот меньше особо не стало. Потому что, ну, тут, наверное, менталитет еще нашего населения. Еще перестраиваются. Перестраиваются, абсолютно точно ведь, скоро перестроятся. Ведь бабушки, дедушки, они же приходят иногда не для того, чтобы там... Поговорить, естественно. К сожалению, у нас с регламентом должностными и регламентом предоставления услуги вот на все дела, в том числе поговорить, предусмотрено 15 минут. И вот как хочешь. Да. Между тем, значит, на самом деле на сегодняшний день интегрирована наша программа информационная, значит, и в том числе на рабочих местах сотрудников МФЦ. То есть мы в режиме реального времени можем видеть, какие документы они принимают и какие, так сказать, назначения производят, выносить по ним в короткие сроки решения. Значит, и ускорить тем самым срок предоставления государственной услуги. Услуги, вот эти 38, это на самом деле те услуги, за которыми каждый день к нам люди приходят. Это и детские пособия, это ежемесячные выплаты, это возможные компенсации. То есть вот тот весь спектр, которым наши граждане, наши льготники пользуются ежедневно. Поэтому можно сказать только одно. Приходите в МФЦ, и действительно там окажут самую, что есть, реальную помощь, и подскажут, и все сделают, и действительно в установленные сроки, да, вы получите необходимые документы, либо, да, обращения, которые вы сделали. Буквально остается одна минута, поэтому несколько вопросов поступило от Татьяны Владимировны из деревни Петрушино. Добивались, что пустят маршрут из Петрушино до поликлиники через кладбище. Обещали, с 4 мая начнут движение, но уже сообщили, что данный вопрос пока не согласован. Есть ли шанс, что пустят автобус? Мы ситуацию с поселением Булатниковским знаем давно, и прямо начиная вот с августа прошлого года, когда у нас произошло изменение в транспортном обслуживании и предоставлении льгот по проезду. Мы эту ситуацию сразу начали отрабатывать, и в том числе сами писали письма в Министерство транспорта. Значит, как на сегодня ситуация обстоит там, я, к сожалению, не знаю, но если заверяют, что на самом деле маршрут такой запустят, а сейчас в летний период, как сообщают, да, наши средства массовой информации, что в субъекте и во многих районах в том числе расширяют маршруты, ну, хочется надеяться, что на самом деле маршрут этот станет удобным, и люди наши из Булатниковского поселения смогут вовремя приезжать и в поликлинику, и в МФЦ, и к нам попадать не ближе к обеду, а тогда, когда это им удобно. Мы с удовольствием бы, если бы это было в наших силах, там, каким-то росчерком пера или щелчком ситуацию изменили, но, к сожалению, Минтранс... Да.
решает вопрос. Спасибо. Еще один вопрос поступил. Советский проезд, дом 15, от Тамары Павловны, инвалид второй группы. Ну, честно говоря, этот вопрос, наверное, в меньшей степени к вам относится, но Тамара Павловна, обещаю, что мы его передадим и попробуем разобраться в этой ситуации. Ночью не дают покоя люди, которые покупают в палатках алкогольные напитки возле дома, шумят и не дают покоя, что называется, ночное время. Это, конечно, работа наших участковых уполномоченных. И если в ночное время там происходит продажа спиртных напитков, буквально сегодня, да, вот перед нашим эфиром был такой замечательный сюжет в новостях, да. Значит, кто с этим борется и куда можно пожаловаться, в том числе это управление по потребительскому рынку в нашей администрации, угу. Которые в своих полномочиях имеют право проверить такой объект. И правильно, и мы обязательно вместе с ними выйдем в рейд и покажем, какие у нас объекты торговли нарушают закон и продают спиртные напитки после определенного времени. К сожалению, Андрей Евгеньевич, время нашего эфира истекло. Еще раз говорю спасибо за то, что пришли, ответили на многие-многие вопросы. Ну, а нашим телезрителям спасибо, что все это время были вместе с нами. Всего доброго и до свидания. С наступающим 9 мая всех. Да.